По данным журналистов, обвиняемые ведут себя спокойно, несмотря на то, что им грозит пожизненное заключение. Один из них пожаловался на плохое обращение в Костромском следственном изоляторе. Говорит Герасимов: «В СИЗО меня неоднократно били по ногам, кидали чашку с едой на пол и говорили слизывать, запугивали меня, рассказывали и показывали, что нас ждут и что нам будет. Они не имеют права издеваться надо мной. Они несут, и я буду жаловаться дальше. Я знаю, что нам нечего не будет. Нас в любом случае посадят в одиночную камеру и про нас забудут. В интернете я видел, как сидят с такой статьей, и я заранее знал, что нужно делать, поэтому и так издевались с девочкой в конце». Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребенка, а затем убили.